Мы приветствуем Даниэля. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? А он как-то кивает и наклоняется. У него по всему телу световая голограмма. И она приделана к его частям. Отдельно руки, отдельно туловище. Он нам дал согласие на работу? Дал. Хорошо, сканер. Просканируй сейчас Даниэля. Отключи эту голограмму полностью. Вы увидите ее из биополя Даниэля. Все, что выходит, формируется перед ним шар. А эта голограмма его в некоторых местах как током бьет, как обжигает. Он как наэлектролизован от нее. Вышло это. Все. Отправляю в клетку-тюрьму. Так лучше, Даниэль? Так спокойней. И я как нервно заряжен. Хорошо, включаю внутренний белый свет Даниэлю. И этим внутренним белым светом выдалит из себя все эти энергии заряженности. От этой конструкции все до 100% выходит, формируется перед ним шар. Небольшой шар вышел, там как молнии, такие электроразряды. Отправляю это в клетку-тюрьму, где находится голограмма. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Даниэля под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Даниэля, находит все. Здесь бес, инкуб, лизард. Бес, инкуб, лизард. Два грея. Еще кто? Все. Грея органические, неорганические. Органические зеленые, если нет, красный маячок. Зеленый оба. Итак, грея, я слушаю. Что это вы установили здесь за новогоднюю елку, сверкающую яркими огнями? Вашу голограмму. По какой причине? Понравилось, да. Ты хочешь получить от меня похвалу? Я скупой на похвалу работы Грейв. Итак, сколько вы находились в этом биополе и с этой голограммой? 2 года 8 месяцев. Какая цель вашей подключки? Какой эксперимент вы проводили? Электрополя. Что электрополя? Меняли электрополя вокруг него. Полярность? Ты хочешь сказать? Или какие электрополя? О чем идет речь сейчас? Он показывает, что каждая плата стояла на определенном месте. Отдельно руки, отдельно ноги. Вот эта вся голограмма, она была вся по отдельности. И они наполняли вот этими током его. Да. И от него, как энергополя, менялись вокруг него. От него разряд шел в пространство. Все, понял, понятно. Значит, хорошо, а какая цель этого эксперимента? Ну, поменяли вы поля. Человек себя чувствует дискомфортно. Что вы получили от этого? Значит, он от этих плат, он тоже заряжался. С его энергии они как вспышки делали. Понимаю, как оно отражалось на окружающем мире вокруг него, на его личной жизни. Ты спросил, как это влияло на них. Они показывают, что они собирали эту энергию в момент его вспышек. Причем они по всем чакрам были. Хорошо, значит, тогда получается... Цель вызывания таких вспышек для накапливания энергии, которую вы собираете. Они показывают, что используете в своих целях. Которые электрический заряд постоянно продюсировали. Он влиял на людей вокруг него. И, соответственно, эти люди тоже делали вспышки. Реакция шла, и там тоже выброс энергии был. Хорошо, здесь все понятно. Переходим сначала к реверсу энергии, я потом буду задавать вопрос. Даю команду тонкой копии Даниэля спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную и низковибрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились, в сущности каждый подходит к своему каналу. Выстраивается также прямой канал от Даниэля к голограмме. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Даниэлю. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Переходим к Лизарду. Лизард, ты сидел в сердечной чакре. Как долго ты там был? 5 лет. Причем иногда он показывает, он поворачивается задом и показывает, что он затихал на какое-то время и потом опять раскручивал сердечной чакре. Как отражалось твое воздействие? Я понимаю, ты усиливал любые эмоции на его самочувствие. Как он тебя ощущал в своем биополе, в твою работу? Сердечная чакра, там тяжесть и давление. Вернее, давление в сердечной чакре, понятно. Это грудь полностью здесь как... Постоянное, да, щемит, переживание. Я его прочувствовал сейчас, да. Полностью затрагивает грудь. Ну, в принципе, по
содержанию сообщения, обращения к нам, я это и понял. Идем дальше. Переходим к инкубу. Инкуб, сколько ты составляешь компанию Даниэлю в его биополе? Вера, у нас суккуб, может быть, а не инкуб? Да, суккуб. Хорошо, суккуб. Хотя ему по барабану, он может быть и суккубом, и инкубом. Но он меняется на глазах, хочет. Он очень злой, и он здесь 8 месяцев. А что такой злой суккуб? Ты он должен... его защищает. Ты его защищаешь. Отгоняет от него, да. Всех женщин, правильно? А чем тебе так его подруга не понравилась? Почему ты так против нее восстал? Я полагаю, инициатива исходила от тебя, да? Он еще раз повторяет, что он его защищает для себя. Я понимаю. Вот. Хорошо. Значит, Даниэль суккуб не хотел с вами делиться ни с кем. Ни с вашей подругой, ни с другими женщинами. И, скорее всего, если бы вы не обратились к нам, он бы ни одну женщину в вашей биополе к вам близко и не подпустил. Не так ли, суккуб? Он, знаешь, показывает, что он до какой-то степени терпит, а потом включает вот эту агрессию, которая идет, давление. И человек перемыкает. Да, человек перемыкает, и он теряет. То есть женщина уходит. Он теряет этого человека. Хорошо. Ну, это его работа. Не знаю, суккуб. Он давал тебе повод заходить в свое биополе, или ты сам его выбрал? Может, тебе посылы какие-то посылали? Выбрал он его сам. Хорошо. Переходим к бесу. Какой у нас бес? 8. Перед тем, как мы поговорим с бесом, как у нас с реверсом закончился? Закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Даниэль забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Даниэль себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилию потоки в 50 раз. Перед тем, как я к бесу обращусь, у меня вопрос ко всем. Кто из вас присутствует в месте, где живет Даниэль сейчас? Там суккуб присутствует. Суккуб? Еще кто? Грей, ваши платы, бес. Чего ты так скромно молчишь? Жду очереди. А, ну давай, твоя очередь пришла. Передвигаюсь, да. Порталы есть, по ним ты и ходишь. Хорошо. И, Грей, что у вас там? Платы же должны быть. Вы же не оставите такой вопрос без внимания. Поставить платы над кроватью, не так ли? Нет, не платы. А что? Резервуары. Резервуары. Для накопления энергии. Да, выбросов энергии. А они сами притягивают, или вам для этих резервуаров нужны еще и платы, которые провоцируют это все? Или это все исполняет конструкцию? Связано с конструкцией. Вот и посмотри, как интересно вы, Грей, работаете. Да, действительно, вы технически. Действительно продвинуты. Идем дальше. Итак, реверс у нас, Верочка, закончился? Реверс закончился. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Грей, посмотрите внимательно на вашей чистоте. Что еще я не вытащил в этом биополе? На вашей чистоте, конечно. Есть на голове у него как обод такой. Обод. Хорошо, этот обод отключается. Сканер просканируй. Выводи этот обод. Все подключки, связанные с ним, выходят, зависают. Готово. Зависает перед ним, отправляя в клетку-тюрьму, выстраивая к этому ободу прямой канал от Даниэля, и он реверсом отдает все негативное патогенное, что он от него получил. Мощным потоком пошло все назад, усилив 100 раз. Здесь мысли идут, мысли, от которых самому Даниэлю неприятно. Мысли уходят в этот обод. Это навязанные мысли. Хорошо. Установили фильтр золотой сеточки на этот канал, и в порядке реверса Даниэль забирает из обода все, что находится на его чистоте. Пошел мощный поток. Ему возвращается спокойствие, созидание, радость. Готово. Хорошо. Идем дальше. Лизард, выходи, вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью, возвращайся назад, приступай. Он как мусор собирает в одну кучу все и забирает все, что у него есть. Хорошо. Готов. Суккуб, твоя очередь. Выходи, отключайся полностью, снимай свою накидку или что у тебя там осталось. И возвращайся назад. У него как конструкция в виде жилета такого от шеи и вниз идет. Он снял. Хорошо. Как женщины видели его в этом жилете? Ну, он уже объяснил. То есть видели его нормально, но в какой-то момент суккуб себя показывал и шла агрессия. Хорошо, здесь была агрессия. Просто бывают такие случаи, когда суккуб с его накидкой делает так, что у человека лицо размыто, или человек видит какого-то неприятного
для себя сущность и так далее. Неприятные энергии, вибрации выходят для него. Нет, здесь всплеск агрессии. Всплеск агрессии. Хорошо, здесь все понятно. Или какого-то действия. Переходим к бесу. Бес, сколько ты находился в этом биополе? 4 месяца. Причина твоей подключки? Квартира, место или какие-то твои частоты на твоей частоте? Причина была или легкая добыча? Вокруг него он показывает энергии серые, то есть он расстроен постоянством, постоянном расстройстве, он опустошен, и вот эта серость вокруг него, так он зашел. Понятно, а причина этого, этой серости является, наверное, тех, кто до тебя находились здесь, да? Это его эмоциональное состояние. Эмоционально, хорошо, здесь все понятно. У него есть лярвы в биополе, затемнение? Затемнение. Хочешь их получить? Хочет. Выходи сначала, снимай все, что я оставил на своей чистоте, доложи мне, и после этого я дам тебе разрешение забрать все затемнения в его биополе. Приступай. Ну, веревки у него, руки, ноги дергал, он снял это все. И затемнение на груди, он ждет команды. Разрешаю тебе забрать все затемнения в биополе Даниэля. Приступай. И возвращайся назад. Голова и грудь. Затемнение забрал. Хорошо, переходим к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Даниэля с бесом, лизардом, суккубом, Греями и голограммой. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы. На счет 3. 1, 2, 3. Удар отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Единственное, что мы можем сделать, еще это убрать накопители. Поскольку квартиру мы не чистим, но накопители все равно будут работать. Это будет перечеркивать нашу работу. Выстраивается прямой канал в квартиру, где живет Даниэль. 1, 2, 3. Ты видишь эти накопители Греев? Да, вижу. И по этому каналу, силой моего намерения, я их притягиваю в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Стоят в клетке тюрьмы. Есть. Закрывая каналы, печатаю, растворяю. Хорошо. Мы все убрали, все подключки здесь убрали. Значит, тогда буду отпускать. Начинаем тогда с суккуба. Суккуб, больше не приходи в это биополе, тебе это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. Он забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Лизард, тебя то же самое касается. Ты больше не придешь в это биополе. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте лизарда. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Бес, ты готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Он забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готов. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствую тебя еще раз. Ли, посмотри, пожалуйста, 2 Грея. 2 года, 8 месяцев сидели в биополе. Мы вытащили еще сейчас из квартиры накопители их. И у нас находится голограмма и обод на голову. Они его под электричество ставили, били электрическими зарядами. Он выкидывал энергию, они собирали эту энергию. Забираем все. Благодарю тебя. Готово. Поехали дальше. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Даниэль, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Я могу объяснить, что со мной происходит. Ко мне как будто вернулась доброта. И я понял, что нужно хранить самые замечательные моменты радости в своем сердце. Вам в сущности просто перекрыли эти потоки? И у вас не было допуска к ним. Сейчас вы их ощущаете и понимаете. Возможно, у вас пройдет сейчас переоценка ценностей. Не забывайте заправлять себя энергиями. После сеанса наш администратор вышлет, после того, как вы нам ответите, рекомендации по заправке энергиями и подъемы вибрации. Также надо сбрасывать весь негатив и контролировать все, что вы говорите. Это очень важно, иначе вы притянете опять этих сущностей с их подключками. Хорошо, сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Даниэля в его систему биоробот-душа
заводим, подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга, проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Thank you.